Арнольд Шварценеггер прибывает в зал пресс-конференции с каким-то неимоверным количеством охраны. Только перед сценой стоит около 20 крепких парней в черных костюмах. Причем сам Шварценеггер выглядит вполне спокойным. «Железный Арни» возвращается в большое кино. Фильм, который он представляет сегодня в Москве, по-русски так и называется – «Возвращение героя». Я не раз смотрел смерти в лицо. Я знаю, что нас ждет. Признаться, я немножко побаивался возвращаться из политики обратно в кино, поэтому сперва попробовал сыграть небольшую роль в фильме «Неудержимые», чтобы посмотреть, как меня примут фанаты и критики. Когда реакция на этот фильм оказалась положительной, я понял – да, я могу вернуться. Создатели картины «Возвращение героя» рассказывают историю о шерифе небольшого американского городка на границе с Мексикой. Шварценеггеру придется остановить убежавшего от ФБР наркобарона Родриго Кортеза. Помогает бороться с преступником Джонни Ноксвилл. Кстати, он тоже приезжает представить картину. На конференции Арнольд скромно намекает российским журналистам говорить побольше не о нем, а о кино. Но звучит и самый ожидаемый вопрос. Не предлагал ли ему российский президент получить гражданство России? Нет, я не обсуждал этот вопрос с вашим президентом. Все-таки налоги в США устроены немного по-другому, нежели во Франции. Но мне всегда нравится приезжать в Россию. И, надеюсь, все мои фанаты знают об этом. В личном интервью экс-губернатор и самый популярный терминатор признается, новая картина для него — это не просто боевик, это действительно возвращение. Это не просто быстрая схватка и стрельба. Мы сосредоточились на чувственном восприятии. Это должно быть понятно каждому. Смотрите вглубь. Самую интересную историю Шварценеггер рассказывает в самом конце нашей встречи. Ее вы узнаете в ближайшем выпуске новостей. Владимир Стражук, Владислав Шумахер. Программа «В теме».